Всем добрейшего дня! Наконец-то наступила весна, солнышко, деревья, вот цветет уже вишня. Ветер гоняет между ветвями деревьев. Но когда деревья покроются полностью листвой, небо не будет видно, и солнце перестанет попадать нам вообще в квартиру. Сейчас, кстати, тоже свет горит в квартире, так как у нас очень темно, первый этаж. Но все равно можно выйти на балкон, порадоваться жизни, порадоваться солнышку. Чинят садик уже год. Эти звуки слышим каждый день. А если спуститься вниз, вот такую красоту мы наблюдаем с первого этажа. Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво хаотично раскидан мусор. Кулечки, жестянки, бутылки, недоедки, переедки. Все это мы наблюдаем с первых этажей. Смотрите, сколько там мусора. И главное, зимой этого видно не было. Наверное, все было покрыто снегом. Но настала весна, и весь мусор вылез, как подснежники. И такую красоту теперь мы наблюдаем. Соседи с верхних этажей, конечно, стараются, пополняют запасы мусора на первых этажах, кидают на землю, все кидают через балкон. Молодцы соседи! Как я рада, что у нас такие прекрасные соседи! Как вы умеете красиво раскидывать и выкидывать из окон мусор. Ну что, нравится? Не правда ли красиво? Чистота и порядок. А летом это еще все очень воняет и летают большие зеленые мухи. Так что люди, которые живут на верхних этажах, если вы думаете, что выкидываете мусор, и если вы не попадаете кому-то по башке этим мусором, то это не значит, что это в порядке вещей, и что оно куда-то само денется, само собой. Оно еще разлетается по всему, раскидывается, накапливается, начинает вонять. И вот такую красоту творить. Если у вас такое тоже прекрасный, чудесный вид из окна, ставьте лайк. Если вы выкидываете мусор из окна и живете на верхних этажах, ставьте лайк. Если вы житель первого этажа, ставьте лайк. Ребята, все мы хотим жить лучше. Все мы хотим жить в лучшей стране, в хороших условиях, в красоте. Но сами почему-то срём там, где живем. Не правда ли прекрасно? Вот так вот устроен человек. Ну что, пожалуй, экскурсия завершена на этом. Как-то соберу силами и прогуляюсь еще по этому чудесному парку, который у нас там есть. Построили, что там построили? Там сделали лавочки, поставили возле каждой лавочки мусорник и сделали аллейки. Вот интересно будет еще там пройтись, посмотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Нравится ли вам вот такой вот вид из окна? Соседям с верхних этажей большой-большой привет! До новых встреч! Пока-пока!